Инсульт – одно из самых опасных заболеваний сосудов головного мозга. Распознать симптомы легко – расстройство речи. Она становится невнятной, нечеткой, нарушением мелкой моторики. Руки и ноги человека перестают слушаться его. Головная боль, головокружение. Если вы обнаружили эти признаки, немедленно звоните в скорую помощь. Первые 2 часа можно помочь человеку и остановить необратимые последствия. Спасти от инсульта можно. Подготовлено по заказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.